Всем добрый день! Очень рада, что вы здесь со мной. Сегодня в этом подкасте будет много глаголов движения. Все о том, как мы передвигаемся по городу. Итак, мы можем передвигаться по городу разными способами. Ходить пешком, взять такси, ездить за рулем, ездить на автобусе, ездить на метро, ездить на велосипеде и так далее. Но мы будем говорить об этом немного по-другому. Давайте сравним разные страны. Я родилась в России, и потом я переехала в Португалию, где я живу последние годы. Эти страны довольно разные. И, конечно, люди по-разному путешествуют по стране и по-разному передвигаются по городу. Итак, давайте начнем с России. Я родилась в городе Ульяновск. Это примерно 800 километров от Москвы. И это город с населением примерно 600 тысяч человек, я думаю так. По российским меркам это не очень большой город. С детства мы, дети, обычно передвигались по городу самостоятельно. И что мне действительно очень нравится в России, это то, что везде есть тротуары. То есть даже для детей, например, в 9-10 лет, это довольно безопасно. Что касается пешеходных переходов, также мы называем их зебра, их не очень много. В последние 10 лет ситуация стала немного лучше, но тем не менее, я думаю, до сих пор опасно для детей переходить дорогу самостоятельно. Машины ездят быстро и не всегда останавливаются. Поэтому нужно быть аккуратным и всегда немного подождать, пока машины замедлятся и остановятся. Когда мы были детьми, мы спокойно ходили друг к другу в гости пешком. И когда мы стали старше, мы часто ездили на велосипеде. И если нам нужно было поехать в центр города, мы всегда ездили на автобусе. И даже сейчас я помню, это был 30-й автобус, то есть автобус номер 30. И я помню, что билет стоил 8 рублей. Кроме того, в России есть такой вид транспорта, как маршрутка. Обычно это частная транспортная компания, которая ставит на маршрут микроавтобусы. Они выглядят примерно так. И маршрутки ездят обычно быстро, не всегда по правилам, поэтому через какое-то время в некоторых городах их стали убирать. Например, после школы я переехала в Казань. Это третий город России после Москвы и Санкт-Петербурга. И в Казани общественный транспорт развит очень хорошо. Нет маршруток, но есть большие комфортные автобусы, метро, современные трамваи, троллейбусы, множество разных сервисов, как Uber, каршеринг и так далее. Но все равно большинство людей предпочитают машины. Если вам нужно поехать из одного города в другой, в России, обычно вы выбираете поезд или автобус. Я думаю, что зимой мы реже выбираем автобусы, потому что это опаснее. Метели на дорогах, гололед и так далее. И, конечно, самолеты. Но есть интересная особенность, что в России билеты на самолет не очень дешевые. Даже домашние рейсы, потому что часто расстояния довольно большие. И очень часто бывает дешевле долететь, например, из Москвы до Таиланда, чем из Москвы до Владивостока, например. И это самое большое отличие от Европы, где можно легко найти, обычно легко найти недорогие билеты, скажем, из любой столицы, из Праги в Париж, из Милана в Вену и так далее. И давайте посмотрим на Португалию, на страну, где я живу сейчас. В двух больших городах, Лиссабоне и Порту, есть метро. Не могу сказать, что это
очень удобное метро, по крайней мере, для меня, потому что иногда станции находятся довольно далеко друг от друга. И станции есть не во всех районах. То есть вы не можете добраться до любого района города на метро. Но мне очень нравятся междугородние автобусы. Здесь есть множество вариантов, множество компаний. Я думаю, вы их знаете. Flixbus, Red Express. Эти автобусные компании очень популярны, потому что за 10-20 евро здесь, в Португалии, вы можете добраться практически в любую точку страны. Единственный момент, конечно, надо покупать билеты заранее. Я живу в Фигейра-де-Фош. Это маленький город, я думаю, 50 тысяч человек, не больше. И самое прекрасное, что можно везде ходить пешком. Большую часть года погода отличная, погода позволяет ходить пешком, гулять по городу. В отличие от России, здесь довольно узкие тротуары. Иногда это буквально ширина для одного человека, особенно в старом городе, поэтому не всегда ходить пешком так комфортно. Но в новых районах дела получше. Но все равно тротуары не такие широкие, как в России. В городе из общественного транспорта ходит, насколько я знаю, один автобус. И он ходит не очень часто. И это все. И в основном в Португалии, в небольших городах, это так. Есть 1-2 автобуса. И, конечно, поэтому все ездят на машинах, даже на небольшие расстояния. Португалия небольшая страна, и многие люди живут за городом, в домах с большим садом. И в таких местах иногда может не быть тротуар вообще. И единственный вариант – это автомобиль. Поэтому в целом не часто можно увидеть пешеходов. Почти все люди – это водители. Если вы хотите пойти куда-то пешком, вам придется идти по краю дороги, по обочине. И это не всегда удобно. Если вы, например, гуляете с собакой или гуляете с детьми, то это и опасно. Поэтому, как я уже сказала, почти все люди – это водители. Я думаю и я надеюсь, что в будущем инфраструктура для пешеходов будет лучше, потому что на самом деле общественный транспорт может быть удобнее, чем машина, но это зависит от многих факторов. Если будет больше инвестиций в развитие общественного транспорта, будет больше маршрутов, линий метро, больше автобусных и железнодорожных вокзалов, велосипедных дорожек, то да, конечно, люди смогут передвигаться по городу, возможно, отказаться от машины или ездить из одного города в другой на поезде. Но пока машина выигрывает, пока машина – это самый удобный способ. И теперь я попрошу вас, пожалуйста, расскажите, как вы передвигаетесь по городу. Какой самый удобный транспорт в вашем городе и в вашей стране? Ну что же, скрипт к этому подкасту будет внизу в описании к видео. Мы с вами увидимся очень скоро. Всем пока-пока!